Приветствую всех, с вами Маркелов Борис. Ну, на экране вы видите мой ТикТок. Мой ТикТок, который я веду. Да, подписчиков не так много. 2179 человек, 26 тысяч и 9к лайков. Как раскрутить свой ТикТок? Ну, смотрите, кто-то предполагает, что это платформа для тех несовершенных детей. Но на самом деле все намного сложнее и все намного проще. Вот одновременно и так, смотрите, ситуация какая. Чтобы набрать себе подписчиков, что нужно снимать на ТикТоке? То есть пробую разные всякие видео снимать, но сейчас на данный момент на ТикТоке что нужно снимать? Нужно снимать какой-то тренд. То есть тренд, который зайдет. То есть сейчас у нас коронавирус, значит, снимаем по коронавирусу. Маски вредны для здоровья. То есть на видео в любом случае должны быть вы. Хотя попадается у меня видео и с другой озвучкой, но тем не менее, когда я появляюсь на экране, вот вы можете видеть 78,4к просмотров. Опять неинтересно. Мотаем дальше. Все, пандемия. 42к просмотров, распоряжение без подписи, 96к, коронавирус лайфхак, 18,8к. То есть все, основная масса, вот, корона маски, 134к, 134 тысячи раз просмотрели это все. То есть как залететь в рекомендуемое, как... Получается, вот работать в ТикТоке, да все просто. Делайте какие-то актуальные вещи, которые интересны людям, и вы обязательно будете в тренде. Ну, а все остальное, я думаю, что ну, большая часть тех видео, которые я смотрю, там много подписчиков, много лайков, там сотни тысяч и просмотров, там буквально за несколько там, минут, часов вообще там зашкаливает. Ну, по большому счету, это накрутка. Вот этот аккаунт не накрученный, и здесь подписчики, они сами по себе у меня набираются. У меня всего 3 подписки и 2179 подписчиков. Не накрученный, ни копейки денег не потрачено. Пробуйте, и у вас, я думаю, так же получится, как у меня. Выбирайте именно те вещи, которые интересны людям, и подводите их к логическому окончанию того, что вы хотите подать в ТикТоке. И ТикТок достаточно крутая вещь для того, чтобы развивать свой бизнес в интернете. Во-первых, здесь развиваться очень интересно, и развиваться очень просто, и здесь пока нет таких... гаек, которые закручивает YouTube, Instagram, то есть здесь можно развиваться, начать и без первоначальных вложений. На этом заканчиваю. Всем привет!